Дорогие друзья, наступил второй день Дальневосточного 13-го фестиваля Дальневосточной лиги Международного союза КВН. И это так прекрасно. Прекрасно, что этим весенним теплым деньком все уже порядком очень сильно устали. Все хотят спать, есть, пить, мыться, что немаловажно. Вот. Но не удастся, потому что это, друзья, Дальневосточный фестиваль. Саша, иди сюда. Представитель талантливой молодежи города Владивостока Александр Мысков сейчас скажет свое мнение о 13-м Дальневосточном фестивале в городе Владивостоке. Нормально. Короче, сегодня будет этот вокзал для двоих, 19:00. Мы решили в киношку сходить с Лехой. Что бы хотелось бы еще сказать по поводу еды? Для меня это очень важный вопрос. Хорошо, ни одной, конечно, порцией, но питание действительно неплохое. Прежде всего, сейчас в данный момент команды все работают. Дирекция вся работает, вот я, то есть, можно сказать, тоже сейчас нахожусь на работе. ДВ-фестиваль замечательная штука, интересная, но очень сложная. Нам все нравится, все круто, надеемся, завтра хорошо выступим. Редактора просто боги, просто красавчики, вот прям вот... Просмотров очень хороший, поэтому увидимся на фестивале. Всем удачи! Вот, хочу сказать, что сегодня уже второй день Дальневосточного фестиваля. Сегодня мы только что вышли вот из этой кухни, и мы просмотрелись второй раз. Мы всю ночь старались, писали, и еще раз писали. Вот, поэтому весь результат вы увидите 10-го на сцене Фискохола. Приходите, будем вас очень ждать. Всем привет и смотрите КВН, это круто. Работает, нет?